Ну что ж, ребята, всем привет! И мы продолжаем проходить игрушку под названием Shadow of the Tomb Raider. Погнали! Не будем мелочиться. И пройдем в эту гробницу. Бросок ледорубом. Бом. Ай, да ты что? Ах, не получилось. Максимум. Максимум. Плыви, плыви, плыви. Поднять статую. Возможно, это один из повелителей Шибальбы. Изображение Ахпуча, бога смерти и правителя Метналя, девятого и самого ужасного круга ада в мифологии майя. Ахпуч любил надевать на себя гниющую кожу мертвецов и выходить на поверхность, чтобы охотиться на живых. Легенда гласит, что спастись от него можно было только одним способом – кричать и вопить, словно от непереносимой боли. Тогда бог думал, что вас уже мучает один из его подручных и оставлял вас в покое. Неудивительно, что его предвестником-демоном была сова по имени Муан. А, можно и фейкану, да? Как-то поднять статую. Новый лагерь. И все равно я не могу тянуться, верно? Ой, да ну нахуй! Я могу. Да ты что? Надо же. Да, ну тут только сундук. Блин, я где-то хотел золото еще забрать. И там нужен был ледоруб. Блин. И вот пришел тот момент, когда я забыл, где это было. Черт. Ладно. Надо же, я спокойно прошелся по мосту. Не верится как-то. Даже как-то не верится. Так, это все. Это все сундучок. Закрыт. Прогрессия. Еще одна фреска. Фресочка. Еще два документа где-то. А. Да, два документа еще найти где-то. Давай смотреть. Я, кажется, пропустил этот документ.
соточка. Сюда приводили обвиняемых в преступлениях, чтобы они сражались перед взором богов, единственных непогрешимых судей. Доказавшие свою невиновность могли уйти, а виновных убивали и бросали в Шибальбу. Кто такой Шибальба? Поразительно. Это площадка для Пока-Тока. Нужно как-то поднять лестницу. О, черт. Нужно. Кажется, выход здесь. Ну, отлично. Пора на выход. Нужно как-то поднять лестницу. Думаю, это выход. Ладно, ладно, шучу. Рано еще. Нужно как-то поднять лестницу. Найс, документ верно? Но да. В тот миг, когда боги признали Митналя невиновным в убийстве жены, у ног обвиняемого приземлился пеликан. Все присутствующие были поражены. Этих морских птиц очень редко видят так далеко от берега. Представители богов решили посмотреть, что будет делать необычный гость. Он прошелся по кругу, расправил крылья, издал тихий звук, а потом раскрыл клюв и отрыгнул к ногам Митналя полусъеденную рыбу. Это было воспринято как явный знак вины. Обвиняемого немедленно казнили. Очень странный обычай. Взял, отрыгнул. О, все. Он виновен. По-любому. Да. Вот это крутой суд, конечно, был. И чё? Придется поднять лестницу. Ха, круто. А, веревки. Надо освободить противовес слева от момента. Не-не-не, зачем? Ты... Вот. Эк. Как же поднять эту лестницу? Все логично. А, только надо будет... Надо освободить противовес слева от монумента. Второй перетащить, что ли? Сначала надо поднять эту лестницу. Ну, допустим. Надо освободить противовес слева от монумента. Как же поднять эту лестницу? Нужно как-то поднять лестницу и закатить под нее тележку. Будем кататься на тележке. На тележке. Как же поднять эту лестницу? На полтолстуку поднялась. Что-то не так. Как мне зафиксировать другой противовес? С тележками что-то не так. Да, я понял, что с тележками. Куда я могу толкать? Так, ну... Надо закончить с тележками. Да, одна здесь должна быть. Чтобы он зафиксировал, другая здесь. Надо закончить с тележками. Мешает лестница. Надо закончить.
закончить с тележками. Подожди, это уже три противовеса, да, выходят. Надо закончить с тележками. А вот только почему... Он тут он не до конца, ну-ка... Подними его. А, ну это все равно ничего не дал. И так, и так. Надо закончить с тележками. На ту сторону, кстати, я вроде даже могу попасть. Я ведь могу? Да. Надо закончить с тележками. Of course, Shiryu. Так. Археолог. 23 мая. Больше месяца прошло с того дня, как наша экспедиция покинула Куябу. Пока что мы продолжаем методично уничтожать наши запасы провизии, и настроение по-прежнему хорошее. Когда идем пешком, возраст отца напоминает о себе. Рейли уже несколько раз оглядывался, проверяя, не отстали ли мы. В ответ отец всегда улыбается и говорит, что скоро всех обгонит. Надо закончить с тележками. Компания завершена, экспедиция неведомая, номер два. А, верни фиксатор. Не-не-не, верни его. А, я второй притащил сюда. Погоди. Так, а веревки пусть будут, в принципе, здесь. Они не мешают никому. А, какая... Ах, это... Бля. Сейчас мы починим несы. С тележками что-то не так. Отлично, припой... Это... Бля. Я понял свой косяк. Его надо вообще туда. Здесь оставить. Вот это вот. Уже сюда. Во. Все. Курил. Надеюсь. Всем.
Ура. Вот насчет веревки. Дырк. Полкаем. Отлично. Та-дам. Ну вот. Надеюсь, лестница крепче, чем кажется. Какой не? Эта лестница вообще фейк. Нам нужно по ней забраться, верно? Ну да. Чисто на палочках таких. Кстати, ни одна не сломалась. Сколько мы нашли? А, мы все документы нашли. Ура, один остался. Вау. И, соответственно, еще один... Да. Нам тут отэпнуться, кстати. Паркур, паркур. Минус паучок. Золото. О, уже 6. Это, походу, наш костюмчик дает. Такие приколюхи. И навык. Сердце крокодила. Здоровье восстанавливается быстрее. Гробница пройдена. Взгляд судьи. Так. Сюда вот. Чирк. Ну и на выход, типа. Стой. Ай, блин, ладно. Ну, в принципе, я думаю, ничего нету. Или есть? Да нет. Давай-ка в лагерь. Нужно тэпнуться, тэпнуться нам надо. Нужно нам тэпнуться куда-то сюда. Конечно.
Нет места. Ничего не могу взять. У меня больше тут... 25. А где он был? А, он там был. Ну да, у нас ледоруба не было. А теперь он есть. Понял. Я там кого-то за задницу раздавил. Он такой кровавый след был. Лол. Отлично, тут залутано. Что это за птичка? I don't know, что это? Что это за птичка? Сюда надо, кстати говоря, тоже посмотреть, что там творится. Что? Почему гробница белым подсвечена? Или так должно быть? А, ну да. Вот должно быть так. Не. Я няшка. Ну. Та-дам! Не открыть. Лара, у тебя ледоруб есть. Какая нафиг отмычка. Моя милая Нина, я снова столкнулся с трудностями при попытке написать тебе. Однако все эти бесчисленные мухи, пчелы и жуки, о которых я уже упоминал, все эти крошечные жалящие твари показались бы мне детской забавой сейчас, когда я столкнулся с дикими зверями. Я храбро сражался, но бой закончился не в мою пользу. Подробности я опущу, только для того, чтобы пощадить твои чувства. Мне удалось остановить кровотечение и приложить к ранам тысячелистник, но я чувствую, что они воспалились. Если ты читаешь это письмо, знай, что я погиб здесь. Я приказал Джеку повернуть обратно. Юный Риммель погиб несколько недель назад. Нина, это место не для таких, как мы. Я отнял у тебя мужа, но не хочу лишить тебя еще и сына. Я очень устал. Джек спит у костра. Я уверен, когда он проснется, я сам уже буду спать. Я люблю тебя, Нина. Спокойной ночи, Перси. Арлабунок ты.
Так. А вот он, предметы. Ага. Нифига, 69 золота. Найс. Отличная цифра. Так. Что у нас осталось только сундук здесь найти? И вот золото. Блин, проклятое золото. Где-то я его не нашел. Точнее, его где-то нашел, но не смог добыть. Кампания завершена. Экспедиция неведомая. Эй, опрыгнуть. Ну, точнее, зацепиться. Не захотела, ну ладно. О, кстати. А, там сундук виден, кстати. Блин, надо теперь смотреть. Зоология. Ну вот. Надо теперь сейчас вспомнить. Короче, я по-быренькому посмотрю, где надо было вернуть, фу, точнее, достать золото ледорубом. И вернусь через пару минут. Так, ребята, ну что ж. Нашел золото. Оно было здесь. Кому интересно, кто, может быть, тоже проходит. Нашел его здесь, вот. В этом месте. Отлично, а теперь мы возвращаемся обратно к лагерю, где мы продолжим сюжетку. Так, ну вот мы и вернулись обратно. Так, ну что же. Давайте сначала еще глянем, что можем мы сделать. В плане предметов, например. Да и навыков. У нас есть 2 очка. Ну-ка. Вот. Вот улучшение следующего уровня. Берем. Возможность одним выстрелом пустить 2 стрелы в 2 захваченные цели. Вау. Так, предметы. Костюм. Накидка вечерней звезды. Создаем, наверное. Он. Ляпичка. Теперь выбираем, что же будет круче. Увеличить длительность эффекта озарения. Давай с ним побегаем. Посмотрим, что он из себя представит. Давай-ка лучок еще проапгрейдим. Можем. Скорострелись. Ой-ой-ой. Самодельный арсенал. Получено достижение. Не знаю, видно оно тут или нет у вас, но... Нет, это не так сильно важно. О, жесть. Убойный лук просто. Не на шутку убойный. Нож, кстати говоря, можно будет как-то проапгрейдить в будущем. Посмотрим, как это будет сделать. Точнее, посмотрим, как это можно будет сделать. Так, давай сюда, что ли. Thank you.
Нет места. Ничего не могу взять. Ну, тут мы были тогда. Ладно, не будем учить топиров. Пойдем дальше. Идем. Я понял. Как думаешь, что нас ждет в Кулак-Яку? Водопровод, я надеюсь. Меня бы полностью устроил ответ не ягуар. Ягуар. Ну-ка, давай-ка. Одна. А. Тизом, откройся! Карта Архиваруса. А зачем она здесь? Я так почти все нашел. Чисто сундучел остался. Там дорога. Пойдем туда. Ну давай, где наш город, ё-моё? А чё город? Чёрт, понятно, Тринити. А, застряли. Грузовик встал. Я вижу. Что с этим делать? Иди за мной. Что ты делаешь? Назад, прячься. Ты отвечаешь за перевозку, да? Ну, я заехал на какой-то крылый мост. Ага, не стрелять! Попались! Не стреляй, они с нами. И гляди в оба. Проверить, что там. Хорошо. Поставь его там. Смотри, чтобы никто не просочился. Оцепите весь этот сектор. Да, сэр. Если тут что-то есть, мы это найдем. Отлично. Там ресурсы. Ой. О, вау, я понял. Ебать, там 50-й калибр так. Расстрелял нас. Понял свою ошибку. Хорошо. Поставь его там, смотри, чтобы никто не просочился. Пока нельзя вылазить с укрытия. Да, сэр. Если тут что-то есть, мы это найдем. Когда было последнее обслуживание? Все проржавело. Не отвлекайся, Мендер. Что мы тут ищем? А дальше все, как? Что движется и не движется. Они еще не нашли ту реликвию? Там... Как бы... Я нет. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом скорее. Нет, спасибо. Я лучше посижу тут и поищу противника. Меньше слов, больше дела, господа. Хорош лениться. Есть, сэр. Там чел прям вперед смотрит. Здесь я пройду в эту кусты, но я ж не жилец. Фух. Вот, все нашел. Нашел обхануть. Отдыхай, дядя. Пустые. Чем занят твой отряд? Я проверю. Их дело не видами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Мы знаем, где главный храм. С кайфом забрал запчасти, конечно. Стой. Которые мы могли пропустить. Хорошо. Что-то все ведет к тому, что я обратно не смогу вернуться как-то. Он серьезно застрял. Боюсь, его лучше не трогать.
Нам придется укрепить мост. Почему ты не проверил мост? Я же велел. Ну да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Отвали, я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его БТРом? Ладно, может, я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Бан. Иди влево, я с ними разберусь. Что за... Прячься. Дэйв, Сэмми! Придурки. Я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Дэйв! Дэйв! Фига. В другую сторону посмотри ты, ну. На. Чел вообще убежал. Это прикольно. Взял, удрал такой. А, можно вернуться мне? О, да. Так, я надеюсь, там Йону не убьют в это время. Держись, Йона. Я туда и обратно. Рельсы, понимаешь, не безграничные. Не залезть. Ой. О-оу. Отдай. Супер. Че тут автомат? Ой. А вот и Джонсон. О, халяв. Сдалет. Надеюсь, это последний. Повезло. Да. Викар М2. Лучше нового снаряжения. Не совсем та цивилизация, на которую я надеялся. Сдалет. А где тут... Подожди. Ну да, ладно, он пропал. Тот, который вниз упал, тот пропал. Рука чешет. Значит, заживает. Тогда, может, лучше бы не заживало. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Кстати, моя бабушка пережила цунами в 60-е. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор... Она могла заранее чувствовать извержение вулкана, бури и не только. Какой была твоя мать? Про нее ты редко упоминаешь. Она была смелая, деятельная. Наверное, она была тем клеем, что нас креплял. А после ее смерти возникла отчужденность. Ты не хочешь вернуться в Новую Зеландию? Не так сильно, как на Гавайи, но... Да. Обе твои родины так далеки от... От всего? Вот я все время и путешествую. Mm.
Сработало. Как давай, думаешь, пошли. Что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, видим, поймем. Да. Куан Яку. Город, город, город. Походу, город. Городок. Ебой. Надеюсь, нам помогут. Давай, ты будешь вести переговоры. Привет. Здесь где-нибудь поблизости можно заночевать? Как вас занесло в такую глушь? От экскурсии отбились? Нет. Сюда люди заходили, искали артефакты. Ваши друзья? Тринити. Уж точно нет. Пора мне отдохнуть. Идемте. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе – мой отель. Осторожность не помешает. Кстати, я Иона. Эбби. Лара. Входите, садитесь. Карлос, три. Так, что вам у нас понадобилось? Ну, мы пытались решить загадку, но самолет упал. В смысле, разбился? Да. И вы остались целы, невредимы? Ну, а что там? Летел невысоко. Вообще-то мы ищем руины Майя. Майя? Вы в курсе, что вы в Перу, да? Да. Долгая история. Спасибо. Ну... Ты не очень-то похож на археолога. Это она археолог, а я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал севиче? Коронное блюдо. Разве что оно в джунглях. Но ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? Где это сняли? В Мексике. А что? Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не Майя. Мои предки инки, к нашей гордости. А ты передохни здесь чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Ну что ж, не откажусь. Удачи. И тебе. Пикапер, пикапер, значит, по-любому. Друзья, коллеги, она просто гений. То есть вы не... О, нет, ничего такого. Нет, я сам по себе. Интересно. Лана Гэс. Я нет. Мои предки далекие. После них были кечуа, а потом непонятно кто. Я даже языка не знаю. Ох, как мне это знакомо. Ты сам откуда? Гавайи, Новая Зеландия. И что из них родина? И то, и другое. И не одно. Я почти всю жизнь провела здесь. Получила лицензию пилота в Лиме, но когда нефтезавод закрылся, и я узнала, что тут происходит, решила вернуться. Хотела бы пожить где-нибудь еще. Да. Раз все нормализовалось, я не прочь опять попутешествовать. Он тут очень популярен. Да, я раньше играла, но в последнее время не до того. Наверное, и к лучшему. Футбол, конечно, ничего, но настоящий спорт – это регби. Ну уж нет. Надо заставить тебя передумать. Ну, попробуй. Впечатляющие у тебя татухи. И у тебя.
А еще где-нибудь есть? Да. А какие? Секрет. О. Может, как-нибудь увидишь. Догадываюсь даже где. Давайте, типа, диалект закончился маленький. Ладно, гайз. Думаю, на этом я закончу эту серию. Ну и, как обычно, продолжим мы в следующей серии.